папа с мамой крепко спят и кормить нас не хотят. Мы не будем их будить, можем сами суп сварить. На сцене учащиеся школы номер 13, в зале родители. Номера помогли подготовить студенты филиала университета имени Шолохова, будущие педагоги. Похожие мероприятия в школе проходят регулярно и являются частью образовательной программы. Но подобный опыт первый, и преподаватели называют его интересным, а для ребят полезным с точки зрения общения, в котором они нуждаются. Готовились в течение всего месяца. Отбирали репертуар, дети с удовольствием репетировали, танцевали, пели, готовили поздравительные открытки для мам. Все делали с душой и с настроением. Всего в концерте приняли участие 50 учеников. Ввели программу старшеклассник и студентка. Эти открытки изготовили учащиеся университета. Концепция одна, но каждая индивидуальна. Руководство вуза считает, что будущим педагогам подобный опыт полезен как с профессиональной, так и с нравственной точки зрения. У нас в филиале есть социальный проект «Я анапчанин». Мы считаем, что в рамках этого социального проекта как раз вот это мероприятие, оно такое очень актуальное, очень интересное. Это прежде всего общение с детьми, с родителями. Второе, они должны делать хорошие, благие дела, студенты. То, что сегодня они подготовили это мероприятие, помогли детям подготовить это мероприятие, мне кажется, для них это очень важно. Во-вторых, это повод гордиться своим городом, своей страной, своими делами. Опыт признали удачным. Не исключено, что общение в таком формате будет продолжено. Тем более, что родителям было приятно увидеть своих детей на сцене.